В последнее время участились случаи возгорания, да? И они, в принципе, у всех людей на виду и на слуху. Меня интересует вопрос, как определен, ну, чем вернее, определен уровень готовности противопожарной системы к действию. То есть она определяется у нас, в принципе, по презентации на уровне 85%. То есть мы оставляем вот эти вот 15% для того, чтобы возникали вот эти вот случаи, которые приносят убытки городу, бюджету. Ну, это мы имеем в виду, что у нас это не охват вот этих, что мы требуем, просим средства на покрытие вот этих. В связи с этим вопрос, почему вы не просите их и не закладываете? Мы просим. Ну, говорили, мы просим, нам прокаивают. Можно просить, сказать в окно, дайте мне, пожалуйста, денег, да, а можно обосновать и сказать, что, ребята, нам это необходимо, нам необходимо, вернее, такое количество противопожарных систем, это будет столько-то, столько-то стоить, соответственно, правильно, и расписать какой-то определенный график реализации. Ну, у нас, по крайней мере, отказа нет, нам предполагают, что этот вопрос рассмотреть перекорректировки бюджета, и у нас на 23-й год все равно эти суммы положенные рассматриваются. Речь-то идет о том, что когда существует программа, и она планомерно финансируется, и это включается в текущий бюджет, не в рамках корректировки, а в рамках планирования, то есть заранее. Ну, понятно, ну... Вы поймите, у нас деньги были на 23 года, они сейчас в действующей редакции есть, но с 1 января, когда будет редакция, у нас, кстати, деньги сняли, потому что все-таки у нас бюджет ограничен. Я задавала этот вопрос финансового управления, ну вот так. Мы поэтому будем заново писать и обосновывать. Мы эти письма пишем, подкладываем. Это не так, что вот как сказали в окошко. Нет, это серьезно ведется работа. Акты постоянно, это актируются и объезды. Ну поэтому, ну как, конечно, будем просить, а дальше потом депутаты проголосуют. И по Красноярскому краю можно еще скажу, 67% это минимальный уровень должен быть вот этот, ну, покрытие гидранта. У нас он 85, то есть у нас уровень выше, чем вообще по Красноярску 67. Какой уровень? Ну понятно, желательно за 90%, 95%, но что-то явно, что никогда не будет. Оно никогда не будет, там всегда будут акты, обследования, и будут они выходить из строя. А средства сняли в связи с чем? С неосвоением? Мы не снимали, нам не сняли, просто не дали. Пока, на 21 год, пока не дали. Это на 22. В 21 году мы освоили все. По поводу неосвоения, вернее, того, что бюджет не позволяет, да? Как попросите, так и будет. Еще раз повторяю, в прошлый год я видел ту же самую презентацию, те же самые пожарники, те же самые колокола, но в конечном итоге мы сейчас вроде как у нас деньги есть, но их с вас убрали. Это как? Нет, нам дали 3 миллиона, мы их освоили. Мы оговаривали в прошлый раз, что необходимо показать именно статистику, где что у нас отсутствует. Возможно, у нас перенасыщение, как на Юго-Востоке, да, как говорит Юрий Степанович. А, к примеру, в отношении того же самого авиатора, да, там нету гидранта. Либо он есть, но не работает. Да, ну дело в том, что мы год прожили, где-то вышло из строя, где-то мы увеличили сеть. У нас показатель, ну, держится на уровне. Скажите, пожалуйста, мы будем перепираться с вами, знаете, сколько времени? Эта программа, она все-таки подготовится, когда подготовится, и когда мы ее все-таки сможем посмотреть с полным описанием, что нам необходимо, сколько нам необходимо, и со сроками реализации. 292 гидранта. По последнему комиссии у нас было 242 рабочих, плюс мы 18 перенесли в этом году за 3 миллиона. Показатель улучшился, стало их 260. 32 выбыло как нерабочий, либо перенос. На эти 32 из них мы просили 3 миллиона на 18 штук на 23 год. Их сняли. Вот как программу, ну, за что мы можем ручаться, если мы как? Ну, мы как сколько денег дали, сколько... Понимаете, вот отсутствует визуализация. То есть, если бы это было показано на карте города, чтобы мы точечно видели, где скопление, где дефицит, мы бы поняли критичность ситуации, насколько это важно в данном этапе, или включить сразу в бюджет, либо это возможно оттянуть до корректировки. Вот мы сейчас не понимаем критичности вопроса. Ну, по крайней мере, критичности вопроса нет. Мы же не видим. Мы же не видим. Мы это не донесли. Опять же, мы сейчас, что будет районы, как...
конечно. На самом деле, для визуализации карты гидранта прямо лучше некуда, лучше не список. Ну, тогда нам надо время. Мамонечка, вот, ну как? Там три пожарных водоема, все понятно, вопросов нет. Вы все сделайте белым, а гидранты сделайте красненькими точечками, и будет понятно. Вот и все.